Чему меня учили, это как находить общий язык с остальными. Но я по первому их взгляду на меня понимаю, что они думают. Сочувствие. Вот чего тебе как раз и не хватает. Но мы должны следовать закону. Устаревшим роботам место на свалке. Если в этом чертовом захолустье кто-то и работает без передышки, то это ты. Давай, показывай. Раньше были крепче. Сейчас Япония отправляет нам только хлам. Лучше оставляет себе. Тебе лишь бы языком почесать, Меннигас. Давай за дело уже, проверь его подлинность. Чего такой нетерпеливый? Спокойно. Получишь свои деньги. TX-1200. Мы только что заработали по 25 тонн. Так, нравится тебе работа или нет, мне плевать. Но тебе лучше оставить дома свою вновь обретенную ностальгию и просто делать свое дело, как обычно. Да пошел ты, Меннигас. С теми деньгами, что ты мне принес, запросто. И двумя шлюхами под руку. Я ухожу. Кидаешь мне? Можно и так сказать. Ты не можешь просто так взять и уйти. Мы же с тобой партнеры, приятель. Закон ошибается. Я не могу больше этим заниматься. Они всего лишь куски железа.
Но я не буду так к ним относиться. Слушай. Мы все приступаем закон. Делаем что-то незаконное. И пенсия никому из нас не положена. Так что сделай это в последний раз для меня. И дверь для тебя будет открыта. Вдруг сердце тебе подскажет остаться. Манигас у себя. Думал, ты уже слился. Я никогда не подводил. С чего бы мне делать это сейчас? Ты просто не видел себя в прошлый раз. Если тебе он не нужен, я выставлю его на аукцион. Ты много базаришь. Ты знал, что ты один из них? Я не понимаю. Ты сдирал плоть с металлических костей себе подобных с первого дня, как сошел с конвейера. Тебя следовало оставить на заводе. Но вместо этого тебе предоставили работу. И дали права. Я же принес тебе тонну денег. Можно же как-то это решить? Только пустив кусок металла, тебе в котелок, жестянка. Не люблю все эти сантименты. Заставляют болтать лишнего. Эмоциям, с которыми ты был рожден, моему сердцу пришлось учиться. Но холодные сердца, вроде твоего, стучат только ради денег. Всегда все дело в деньгах. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевод Юрий Аркалов. Роли озвучили Маркус Гонзалес и Михаил Диполом.